Казанском инновационном университете имени Тимирясова в рамках 9-го конгресса студентов Республики Татарстан состоялся круглый стол. О том, как решались вопросы жилья и трудоустройства, смотрите в сюжете. Сегодня студенческий конгресс позиционируется как площадка для разрешения тем социального самочувствия, финансирования организаций и поддержки молодежных инициатив. На круглом столе обсуждался вопрос предпринимательства и трудоустройства среди студентов. Круглые столы помогают нам увидеть, какие запросы у молодежи, и оперативно на них реагировать. Я не могу ответить за все молодежь, за все Министерство молодежи. Я знаю, что в КФУ очень сильный центр трудоустройства. Я о нем знаю еще даже, когда сама была студенткой. Ну и в целом сам вуз, который дает такие крепкие фундаментальные знания. Я думаю, что этот баланс партнерства, когда дают крепкие знания и возможность для реализации, дают хорошие результаты. Одной из тем, которые обсуждались на предыдущих круглых столах, стал дефицит мест в общежитии и комфортность проживания студентов татарстанских вузов. Нам не удалось найти какой-то там золотого решения, как там волшебной пилюли, может быть, которая и обеспечила бы студентам комфортными условиями проживания и при этом входила, ну так скажем, в реальную картину нашего мира. На этих же круглых столах прозвучала идея создания межвузовского общежития в городе Казани при поддержке правительства Татарстана с выделением земли под строительство и привлечением инвесторов. В любом случае за любые идеи, которые будут способствовать благополучию молодежи. Понятно, что этот вопрос очень сложный, требует тщательной проработки, поэтому прям так сразу сходу трудно сказать, что оно появится, потому что вчера уже начали обсуждать, как далеко оно будет находиться от вузов и как будут делиться количество студентов, но я думаю, что это вопросы, которые еще далеко впереди, а пока нужно начинать с начального этапа, думать, насколько ли вообще в наших условиях, когда пандемия, когда у нас и так экономическое положение достаточно сложное, думать о том, как реализовать те запросы, которые есть. Итогом конгресса станет соглашение между правительством Татарстана, Советом ректоров высших учебных заведений республики и Лигой студентов. Ариадна Кугушева, Радик Загидуллин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.